По поручению акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева на территории Шусского района ведется контроль за реализацией государственных программ. С этой целью в регионе функционирует рабочая группа общественного контроля по изучению работы строительных и других объектов. В нее вошли члены Шусского районного филиала партии «Нур-Отан», а также члены районного общественного совета. Каковы были результаты проведенной проверки? Подробнее в материале. Представители рабочей группы посетили немало строящихся объектов. Ответственным лицам были даны рекомендации по соблюдению санитарных норм. Было отмечено, что строительные работы планируется завершить до конца текущего года. В число проектов, курируемых рабочей группой, вошли спортивно-оздоровительный комплекс в селе Тулиби, средняя школа дома Лакиене на 300 мест в селе Берлик-Кустем и Мангельдинская средняя школа на 300 мест в селе Алга. Все эти объекты должны быть завершены до конца текущего года. Члены районного филиала партии «Нур-Отан» посетили 4 объекта строительства. Были отмечены некоторые недоработки и даны рекомендации. Во-первых, все использованные материалы должны быть отечественного производства. Стоит отметить, что члены группы взяли под контроль не только качество строящихся объектов, но и правильное освоение выделяемых средств. Катерина Иващенко, Азат Байтимир, 77 News.